очень давно некогда могущественным богам нравилось играть в игры. Боги были цельными и самодостаточными и творили восхитительное разнообразие. Они общались образами и не нуждались в словах, так как им нечего было утаивать друг от друга. Боги передавали свое могущество от одного к другому и были сильны незримой связью предков и потомков. Однажды к радужной игре богов-магов присоединились странные странники. Они выглядели беспомощными, и маги охотно стали помогать им восстанавливать магические способности. Странникам нравилось такое внимание, но они не понимали магов. Маги изобретали все новые и новые способы помощи, но безрезультатно. Странники не восстанавливались. Тогда боги решили изменить свою игру. Чтобы лучше увидеть, почему их помощь неэффективна, некоторые из богов ограничили себя до миропонимания странников и дали им ключевые слова, через которые можно было достичь согласия. Странники оживились и тут же начали критиковать и обвинять богов в неспособности оказать помощь. Они были так активны, что маги стали сомневаться в своих магических способностях. Другие, цельные боги, стали помогать своим попавшим в беду братьям исцелиться, но оказывались в той же ловушке. Постепенно, разделяя богов на части, странники вынуждали их ссориться и соглашаться с преимуществами нового порядка игры. Они обманом и шантажом навязывали богам свои законы и вынуждали их верить в суд судьбы. Некоторые боги догадывались, что выход из навязанной им игры прост и тоже является всего лишь игрой. Но между ними уже давно не было согласия, и они продолжали нагромождать новые игры поверх неоконченных старых. Со временем игры стали для них слишком тяжелым занятием. Память богов стала короткой, и они предпочли называть игры жизнями. Так они оказались на одной небольшой планете, где в попытке к исцелению ведут неосознанную игру, которую кто-то когда-то назвал таинственным словом «образование». Существует множество религиозных и научных представлений о мироустройстве. Они дружат или воюют, но каждое представление так или иначе претендует на место фундамента. Все мы стремимся разгадать тайну некогда объединившей нас игры. Сейчас мы попробуем рассмотреть волнующий нас предмет образования с точки зрения близкой нам славянской культуры. Славянской, потому что эта культура владеет словом «образом». Для меня образ – это, ну, что-то типа пейзажа. Образ какого-то человека, животного – это как картинка. Ну, можно сказать, что это как бы обретение образа человеческого, целостного во всех его проявлениях. Мы же понимаем, что когда слово уже входит в такой обиход, то оно уже носит такое чисто техническое значение, к сожалению. В свое время Александр Исаевич Солженицын, вот, еще в 70-е, по-моему, годы, у него была такая статья об образованщине. Было такое понятие «образованщина».
речь шла в довольно широком слое советских людей. Ведь все получили образование, могли гордиться. Вот мы духовнее всех, потому что мы так вот любим в театры ходить, книжки читать. И у нас метро самое читающее метро в мире. А ведь очень часто это необразованный человек, потому что он не обрел действительно этого образа человеческого, высшего, духовного. А часто это нахватность, поверхностность. Знает то, что надо знать. Вот здесь сейчас принято знать. Умеет то, что принято уметь. Вот на этом уровне. Не может, а часто просто не умеет выразить себя такового. Внутри целостность свою, потому что ее часто нет. А есть нечто, что дает набор признаков. Вот это интеллигент, вот это учитель, вот это врач. Мы гордились нашей системой образования, и она действительно была замечательной. До поры до времени. Do you speak English? Parle français? Sprechen Sie Deutsch? Cool. Учиться всем надо. А зачем? Чтобы получить какое-то образование, потом найти хорошую работу. Понятно. А какое это образование? Вот для вас, что такое образование? Ну, это, в принципе, нужно каждому, чтобы знать, как дальше жить. Потому что без образования ничего хорошего не получится. Понятно. Ну вот получили вы образование, и вы знаете, как дальше жить? Нет, ну можно ж не одно образование получить, можно несколько получать. Хорошо, несколько получили образование. Вы уже знаете, как жить? Ну не совсем. Понятно. А где можно научиться жить? Можно учиться на... Ошибка, согласно словарю Ожегова, это неправильность в действиях и мыслях. А правильный – это не отступающий от правил, норм и пропорций, закономерный. Закон – это связи и взаимозависимость явлений действительности. Действительность – реальное существование чего-либо. Реальность – это объективно существующее явление, действительность. Выходит, реальность и действительность одно и то же? Это явная ошибка, тем более, что она не своя, а чужая. И присутствуют такие ошибки во многих авторитетных изданиях, которыми пользуются миллионы людей, и которые заведомо будут ошибаться, доверяя написанному. Вы думаете, это несущественно, понимать разницу между словами «реальность» и «действительность»? Или «мораль» и «этика»? «Империя» и «держава»? От понимания значения этих слов зависит движение нашей истории. Конечно. Грамматика – это святое. Разговаривать не сможешь. Бывает, я говорю не так, но туда ударение поставишь. От ударения даже слово меняется. Если окончание другое, тоже слово меняется. В обиходе давно появились выражения типа «человеку свойственно ошибаться», «учиться на ошибках» и другие. Они стали устойчивыми, хотя неполно и неправильно ориентируют подход к обучению. Более того, они вредны, так как, согласившись с таким подходом, человек перестает поступать ответственно. Ответственность – вот еще одно замечательное словечко, непонимание изначального смысла которого приводит к тотальному замешательству на всю жизнь. Как правило, с этим словом ассоциируется что-то не очень комфортное, какая-то нежелательная обязанность отвечать за последствия. В словарях пишут: «Ответственность – это необходимость
обязанность отдавать кому-либо отчет в своих действиях и поступках. Поступать ответственно значит поступать в соответствии с вето, законом, то есть ограничением. Вот еще одно словарное определение. Ответственность – это способность и готовность принять статус полного источника и причины за все действия. Когда речь идет об ответственности, имеется в виду определенность, создаваемая причиной, например, вами, которая приводит к созданию определенного действия. Ответственности нет, когда вы игнорируете что-то, воюете с чем-то или отстраняетесь от чего-то. Ответственность – это не вина, это осознание бытия причиной. Так, значит, русский язык знаем. Зачем потребовалось скрывать? Есть здесь и более глубинный смысл. Если проследить все мутации этого слова к славянским корням и вернуть на изначальное место замененную букву «Д», можно обнаружить глобальное расширение значения слова до действия от знания, ведания, то есть «ведаю, что творю». Природа человека, в общем-то, едина. И стержень ее, в общем-то, един. Для всех. Поэтому важно, чтобы он состоялся. Важно, чтобы то лучшее, что есть вообще в человеке, как в родовом существе, часть рода человеческого, родовые признаки, они работали. Учиться надо не на ошибках. Ошибка – это неправильность в действиях и мыслях. Чтобы не ошибаться, нужно поступать правильно. Но перед тем, как правильно поступать, нужно правильно мыслить. Если мысль правильная, ошибки быть не может. А что значит правильно мыслить? Когда мы открываем Библию, мы читаем: «Вначале было Слово». Ведь Слово — это уже фактор высочайшей культуры и цивилизации. Значит, до слова что-то было. Слово «славяне» имеет древнее происхождение. Толковый словарь определяет значение этого слова как одна из крупнейших в Европе групп, родственных по языку и культуре народов, составляющих три ветви. Восточнославянскую – это русские, украинцы и белорусы. Западнославянскую – поляки, чехи, словаки и лужичане. И южнославянскую – болгары, сербы, хорваты, словенцы, македонцы и черногорцы. Сознание славянского языкового и этнического единства нашло отражение в древнем самоназвании всех славян – «Словении». По мнению академика Трубачева, это этимологически что-то вроде «ясноговорящее». В повести «Временных лет» в древнерусском летописном своде начала XII века говорится: «А славянский язык и русский одно есть». Слово «язык» употреблено здесь в значении «речь». Но это слово имеет более древнее значение. Язык – это народ. Вот почему славян называли язычниками, родившимися с языком. Ну, вообще интересно себя изучать. В общем, по биологии его пройдем, человека анатомию, уже в высших классах, уже в следующем 8-м. Человек о себе очень много знает.
Ну, почти всего изучил уже. Он уже весь изучил. Ну, это ж человек, он разумный, он сам себя изучить может легко, не так как животное. Это ж человек, он разумный, он сам себя изучить может легко, не так как животное. В подавляющем количестве публикаций разных времен и даже в учебниках по истории можно найти так называемое свидетельство о том, что славяне были диким народом, не имели языка, письменности и даже справляли человеческие жертвоприношения. Эта доктрина последовательно внедряется кукловодами из западного мира в сознание славян с определенной целью – создать удобное для управления обществом массовой культуры и потребления западного типа на как можно большей территории. И внедряется не безуспешно. Слово «слав» по-английски означает «славянин», а «слайв» означает «раб», «невольник». Такое же значение у немецкого слова «склаве» и французского «эсклав». Очень странное совпадение в словообразовании более поздних по отношению к русскому европейских языков. Ведь до 16 века практически вся Европа говорила на одном языке, и это был русский язык. Пусть чутье, интуиция подскажет вам причины современного состояния некогда цельного языческого славянского мира. В учебниках по истории ответа на такой вопрос не найти. Кстати, по поводу слова «религия». Смотрим словарь. Религия – это одна из форм общественного сознания, совокупность духовных представлений, основывающихся на вере в сверхъестественные силы и существа, которые являются предметом поклонения. А теперь проясним глубинное значение этого слова. Ведь слова резонируют с сознанием именно на глубинном уровне. Как видим, слово «религия» состоит из двух составных – «ре» и «лига». «Ре» – это преобразование, реконструкция, переделывание. «Ре» образует глаголы и существительное со значением повторности или противоположности. «Лига» – это союз, объединение, дуга, объединяющая группу нот в цельное звучание. И получается, что религия – это переобъединение или преобразование уже существующей цельности. Вас не удивляет такое большое количество религий на планете? В русский язык разными путями вмонтировано много импортных словечек, которые разъединяют цельность и выразительность языка, а следовательно и его носителей. И когда мы говорим о славянском менталитете, мы как-то не хотим задумываться, что именно это та неисчерпаемая глубина, которая отличает нас от всех остальных культур. Я здесь не хочу идеализировать. Но я хочу индивидуализировать, и поэтому нельзя какие-то именно европейские или какие-то другие американские стандарты насильно насаждать на нашу славянскую почву, на наш славянский менталитет. А ведь это тоже составная часть образования. Ведь когда мы говорим об образовании, то мы имеем в виду образовать такого человека, который необходим, был полезен именно своему государству, следовательно, он должен продолжать именно те глубокие традиции и сделать так, чтобы именно особенности нашего менталитета не исчезли. А всегда ли мы наше образование направляем на это? И когда мы в рамках нашего образования хотим создать, опять-таки, личность, которая себя якобы уже потом реализует до конца где-то за границей. И у нас есть такая целенаправленность. Образование ли это? Или преобразование? Очень трудно в язык проникать, когда сразу на двух языках думаете. Словарный запас русского языка
составляет 5 миллионов слов. Это самый богатый язык на планете. Базовые слова русского языка относятся к перворечии и имеют сакральный смысл. Сегодня 40% слов в русском языке уже неоднозначны. Слова терялись, пропадали, изменялись. Слова ломали, слова запрещали. Базовые слова вытесняются как якобы архаичные. Вместе с потерей этих слов мы постепенно теряем нашу память. Ученые-лингвисты называют это естественным процессом. Язык, мол, развивается. А теперь обратите внимание на слово «развитие». Не такое уж оно однозначное, это слово. Помимо присутствия в нем современного смысла качественного изменения к новому, более древнее значение слова «развитие» — это «разъединение». Может, стоит внимательней отнестись не только к академическому представлению развития нашей истории. Сегодня, говоря об истории, можем говорить только о определенной версии. Это определенный набор версий. Когда мы рассматриваем историю как сумму фактов, дат, то она превращает в какое-то некоторое такое несколько бумажное, мертвое тело. Мы теряем самое важное, чем насыщенная история, ее смысл. Ведь, наверное, важнее не сам по себе факт, а как мы определим вот эту связь причин-следствия. Но я уверен, что с любым событием, в любой истории, всегда вот такая, много всяких вариаций и очень много эмоционального в том числе, которое не учитывается, остается сухой вроде как-то факт, а за этим стоят живые люди своими идеалами, чаяниями, надеждами, пристрастиями, пороками. Если обратиться к фольклору и данным из некоторых архивов, то действия по разделению росов можно проследить от первобытных времен. Первобытных не означает примитивных. Сказки народов мира, в наименьшей степени подвергшиеся искажениям, раскрывают иную картину исторических событий, касающиеся времен расцвета и уничтожения Атлантиды, первоосновы человеческой цивилизации. Атлантическим океаном тогда называлось еще пресное Черное море, а река Волга носила в те времена название река Ра. Ценный конечный продукт образования – человек. Каким должен быть образованный человек? Что это за образ? Это то совершенство, которое должно быть. Это мир понимания. Понимание чего-то очень важного, что, в общем-то, глубже знание. Совершенство, по словарю, это полнота всех достоинств, высшая степень какого-либо положительного качества. Если говорить по-русски, это совершение замысла, что по сути означает конец игры. Но по каким-то причинам человек не заканчивает эту игру. Когда ты достигаешь совершенства, ты начинаешь понимать, насколько ты несовершенен. Похоже, критерием совершенства является собственное, индивидуальное суждение о совершенстве. В знаниях должно быть только одно лицо. Это собственное «я».
Удивительным образом эта мысль соотносится с самой природой язычества как естественной, базовой религиозностью человека. В каком-то смысле любой человек сначала язычник, а уже потом христианин или мусульманин. Язычество – не просто идеология или религия, или еще что-либо подобное одностороннее. Это целостное миропереживание, приводящее к соответствующему миропониманию. Лишь найдя целостность в себе, человек может прийти к целостной жизни. Это целостность всего сущего и есть Бог. Когда мы говорим об образовании, то мне кажется, прежде всего, нужно создать такую программу, в которой бы все предметы были взаимосвязаны, чтобы они не воспринимались отдельно друг от друга, а наоборот, находились точки соприкосновения. Учебная программа должна в целом учащемуся представить наш окружающий мир, потому что все предметы вышли из этого мира, а не из какого-то другого. Вот я бы хотел, чтобы каждый предмет имел вот такой вот мостик, который переводил бы его от одного вида знаний к другому. И вот благодаря этому мы бы могли увидеть, в чем цельность нашего мироздания. Увидеть цельность нашего мироздания можно, если восстановить свою глубинную память. Одним из доступных способов восстановления является бережное отношение к слову. Слово – это символ, выражающий образ. Несколько лет назад международная группа специалистов провела эксперимент, результаты которого ученый академический мир предпочитает не афишировать. Для опыта были использованы слова разных языков. Славянину и англоязычному человеку сообщались в закодированном виде на разных языках слова одного значения, например, пес, дог, хунт, канис и так далее. Событием эксперимента стали показания датчиков, установленных над речевой зоной мозга. Они фиксировали соответствующий резонанс только при воспроизведении слова «пес». Вывод был очевиден. Вся сложная система преобразования символа в химические элементы организма имеет русский декодер. Я бы хотел сказать, что именно вот в звуке уже заключена та вечность, с которой мы не можем порвать связь. Когда я студентам даю композиции, в которых выражены вот эти примитивные ритмы и звуковые комбинации, они начинают реагировать. Именно эти качества звука заставляют меня к музыкальному произведению относиться как к комплексу богатейших кодов, заложенных в каждом звуке, и поэтому каждый человек по-своему это разгадывает. Но музыка Баха уже сколько звучит? Более 300 лет. И понимаете, человечество не может насытиться. А почему? Да потому что он каждый раз сталкивается с загадкой. Каждое поколение, каждый индивидуум сталкивается с загадкой, которая заложена в этих звуках. Человек изначально был создан как совершенное существо. Постепенно он накапливал опыт и собственное умозаключение по выживанию. Почему он утратил свои способности – это вопрос для самостоятельного осмысления. Но кое-что человек все-таки сохранил. Это интуиция, или по-русски – чутье. Тонкое понимание, проникновение в самую суть чего-либо. Или непосредственное постижение истины. Вот потому что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. Мост возвращения к цельности существует. Чтобы быть цельным, надо быть честным. Вот и вся формула цельности.
и это базовая основа знания. Много знаний нужных и важных, но самое главное – как жить. Еще в середине прошлого века, фундаментально занимаясь вопросами образования, великий Лев Толстой обращал внимание на то, что развитие ошибочно принимается за цель, что педагоги содействуют развитию, а не гармонии развития, и в этом заключается вечная ошибка всех педагогических теорий. Опыт гениев, он всегда очень важен. Характерно и то, что Россия-то, в общем-то, не приняла Толстого. Учение Толстого оказалось тем случаем, когда нет пророка в своем отечестве. Мощно повлияв на путь за пределами России, это Ганди, который приезжал на встречу с Львом Николаевичем, беседовал с ним и рассматривал его как своего учителя. Это Мартин Лютер Кинг, который провел негров США, в общем-то, без насильственными действиями к равноправию, которое мы видим сегодня, по пути Толстого. В целом, это была личность, которая была устремлена на действительно создание человека. Это был замысел работать с человеком буквально с самого сызмальства, с азбуки, и давать уже вот маленькому человечку какие-то высочайшие образцы нравственности. В Яснополянской школе Толстой организовал экспериментальное обучение, в результате которого создал цельную гармоничную систему методик преподавания. Педагог, по мысли Льва Николаевича, уподобляется плохому ваятелю, который вместо того, чтобы соскабливать лишнее, налепливает, раздувает, залепляет кидающиеся в глаза неправильности, исправляет, воспитывает. Если ученик в школе, указывал Толстой, не научится сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать. Дело в том, что Толстой очень интересовался вообще всем опытом человечества. Вот у него появляется такое выражение «учителя человечества». И учителя человечества для него – это и Будда, и Конфуций, и Лао-цзы, и Христос, и Магомед. Все это учителя человечества и ряд других. И для него это был путь. Единый путь, который по-разному формулировался, но он находил, прежде всего, искал то общее. Творчество Льва Толстого, его протест против стереотипов, желание вселить веру в свои силы каждому человеку несет огромный потенциал народной глубинной мудрости. Но по каким-то диким причинам наши издатели миллионными тиражами распространяют этикетские заморочки Дейла Карнеги. Даша, как вы относитесь к необходимости образования? О, это самое необходимое, я считаю. Какое-то образование человек должен обязательно получить в своей жизни, не одно. Образование нужно, а современное образование никуда не годится. А что не так с современным образованием? Качество преподавания. Подход. Но не дает того, чего бы хотелось, скажем так. Даже в таком виде, в каком оно есть, оно, безусловно, не помешает. Улучшить образование в нынешнее время? Да. Не знаю. Даже надо учиться по новой. Особый вклад в образование человека делается с помощью средств массовой информации. В самом названии этих средств есть что-то циничное, что-то от лопаты, бросающей уголь в топку паровоза. Нас скорее культивируют, а не информируют. А если мы переключаемся на какой-нибудь познавательный канал, то получаем новую порцию замешательства из-за противоречивых сенсаций на любую тему.
Да и революции у нас стали какие-то телевизионные, с драматургией, спецэффектами и в нужном темпоритме. Так а все ритуальные вид танцы древнего мира, они же и были прежде всего построены на этом гипнотическом воздействии ритма на человека. Ведь звук – это ведь не просто эстетическая категория, а это совокупность эстетического и физического. Ведь мы же прекрасно знаем, что ниже 16 Гц вот уже эти частоты человек воспринимает с ощущением страха, паники, ужаса и так далее. И ведь, зная эти особенности, можно влиять на огромное количество людей, на массы. Очень важно, кто стоит по ту сторону камеры, кто является автором и режиссером. Какими целями человек пришел на телевидение. Только тогда мы можем рассчитывать на то, что воздействие будет чистым, если у человека чистое сердце и чистый разум. Потому что я знаю, что такое телевидение и как оно делается. Как можно сформировать общественное мнение. Есть целые семинары, на которые ездят пиарщики телевизионных продакшн-студий. Есть пиарщики более высокого уровня, которые разрабатывают стратегии политических всяких кампаний, которые разрабатывают стратегии выборов. А мы смотрим и чувствуем, как телевизор давит на наши мозги, и мы через какое-то время просто поднимаем руки и верим и съедаем все то, что на нас льется. Еще и спорим потом в очередях. А ты слышал? Вот это вот так, вот так. А это, оказывается, вот так, вот так. А вот это ж по новостям сказали. То есть новости это ж вроде как факты. Не обманывайтесь. Новости не факты. Новости это комментарии фактов. Любой телеканал, который делает новости, он прекрасно это знает. Здесь сидит умный дядька, умный кукловод, который прекрасно знает, какой у него работает журналист и что он может сказать. Российский флот почуває себе в Україні як вдома. Хоча забуває, що він в гостях. Забувають про це і мешканці Севастополя. Перед новою українською владою постає серйозна проблема. Як виходити з ситуації, що склалася? Як відстоювати втрачені державні інтереси? Відвоювати позиції, хіба не в прямому розумінні цього слова? Вимагати денонсації договору через порушення російським флотом умов? Простим этой молодой голове профессиональный азарт и горячее стремление продемонстрировать журналистскую дерзость. Поистине, не ведает Владимир, что творит. Либо без памяти он, либо злочинец по воле чужой. Ибо земля Севастополя, российским флотом созданная и кровью политая, не для раздора назначена, а для единения. И негоже нам, славянам, яблоки друг у друга надкусывать. А миром любой конфуз решить можно. Вовка, такое предложение. Сейчас планета ходут, копейки стоят. 63 чадра. Мы месяц по галактике маму попоем, и планета у нас в кармане. Половина планеты ваша, половина наша. Идет? Политические игры, в которые нас постоянно вовлекают, на самом деле игры экономические. Политикам необходимо наше с вами внимание и ресурсы для ведения собственных игр. И они будут, вольно или невольно, создавать искусственную напряженность для политического торга. Ведь в среде политиков рыночные отношения были всегда. Там своя машина, там свои интересы. Политика, она никогда не была чистой. С чистыми помыслами. И то, что мы сегодня каждый раз, когда меняется власть, мы верим в то, что вот, наконец-то, идеи народа, наши идеи мои, твои, моих друзей, ближних, что вот они сразу начнут воплощаться, потому что шел к власти тот, за кого я проголосовал, это иллюзия, навязанная средствами массовой информации.
Если не обратить вспять процесс разъединения славянского мира, дышать на нашей планете будет трудно. Эти сложные геополитические игры не просто рассмотреть, когда внимание занято собственным выживанием. Но фокус состоит в том, что если сегодня от них отмахиваешься как от чего-то далекого и фантастического, завтра уже не вспомнишь, как угодил в гипнотизирующий закон потребления. В самом развитии нет ничего плохого. Это интересная игра развития. Опасность здесь в том, что, развиваясь, можно забыть дорогу домой, к цельности. Единственный разумный способ выживания в современных условиях разъединенности – это восстановление собственной цельности и честности. И это возможно только при правильном образовании. Что же это такое – правильное образование? Очень давно некогда могущественным богам нравилось играть в игры. Боги передавали свое могущество от одного к другому и были сильны незримой связью предков и потомков. Невозможно ничему научить. Можно только научиться. Очень хотелось бы передать детям, прежде всего, вот это поле смыслов, важнейших, чтобы это отозвалось работой их сознания на нахождение их смысла. Образование ведь, если уж по большому счету, должно опираться не на сиюминутную, не на злобу дня, а прежде всего на нечто гораздо более весомое. Где-то вечное, где-то необходимое. Важнейшие мотивы того, что выработало человечество. Образование нас интересует в первую очередь с точки зрения собственного выживания. А коль скоро мы живем в обществе, общине, правильным будет способствовать выживанию общины. Цельность общины – это цельность каждого человека. При этом условии мы будем иметь стопроцентную выживаемость. Так жили наши славянские предки. Они были просты и могущественны своей целью и не нуждались в образовании, поскольку являли собой самодостаточные образы. Сегодня принято считать, что образование – это приобретение систематизированных знаний и навыков, полученных в результате обучения. Давайте попробуем посмотреть на словосочетание «правильное образование» с точки зрения изначальных базовых понятий. Правильный, как мы уже смотрели в словаре, это соответствующий правилам и нормам. А теперь обратите внимание на ряд этих слов. Все они содержат древний слог «ра», значение которого есть свет, солнце, источник. Таким образом, правильное образование можно рассмотреть как высветление, проявление того, что и так есть, изначальное ведание, а не налепливание и исправление, о чем говорил Лев Толстой. Если выписать по такому же признаку слова других языков, вы сделаете неожиданное открытие. В большинстве из них еще вибрируют русские слоги. Слова – это магические символы общения, резонирующие с первородными кодами человека. Использовать их можно с пользой, например, прояснять и исцеляться. В среде специалистов, изучающих происхождение слов, есть такое предположение. Если прояснить начальное значение всех слов, можно достичь просветления. Нужно читать хорошие книжки, разные книжки, и не бояться того, что мировоззрение может меняться. В наше время есть возможность построить именно тот универсальный фундамент, в котором бы отражались особенности любой нации. Наверное, это и есть тот момент, на который стоило бы обратить очень серьезное внимание и самым главным лицам, которые возглавляют и образование, и культуру. Нельзя отделять одно от другого.
это невозможно разъединить. Вообще тело культуры, оно не развернуто. Оно абсолютно целостно. Фундамент здания должен быть прочным, без изъянов. Иначе здание когда-нибудь рухнет. В течение десятков тысячелетий из фундамента нашего славянского мира выбивались самые прочные блоки, самые базовые слова-образы. Сначала извне, затем изнутри. Но фундамент уцелел. Сейчас нашему дому нужен не косметический евроремонт, а капитальное восстановление. Оно возможно только через индивидуальное восстановление собственной цельности каждого жителя. И, конечно же, через образование. Так как непонимание ведет к понижению способностей. А если человек неспособный, он начинает принижать всех в окружении до уровня своего сознания. Одним из критериев правильного образования стоит использовать следующий. Ничто не может являться для вас истинным, пока вы не пронаблюдали это сами. Даже та информация, которая содержится в этом фильме.